бабки, они такие любопытные. Они когда вывелись, прилетали за мной кором. То есть я иду здесь там по лодке или перекладываю шланг. И они прямо вот на таком расстоянии от меня это смотрят. Что за зверь такой вот свой. Ну сейчас они там на рябине. Сами помассируйте. И опять слышим шум дождя. А плавки, они пересмешники, то есть там то кусочек, значит, песни Скворца, то соловья. А потом идет электричка, и вдруг я слышу, что Славка такой послушал, потом... Электричка.